Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал AimBot, и у нас игра сегодня Seven Mortal X Ecstasy. Сегодня мы сделаем небольшую гачу, Симончик. Также сразу забегу вперед, скажу, что вот эта вот девица, которая вот эта вот молодица, прикольная и классная, довольно-таки симпотная. Вот, она выпала мне два раза, чтобы подтвердить свои слова, я сейчас перейду и покажу. То есть, с бесплатника выпало два раза, то есть, вот, пожалуйста. Видите, плюс один скилл, то есть у нее открыта уже ультушечка, и, соответственно, я ее начал качать. Вот, довольно-таки неплохой, думаю, персонаж получится, поэтому мы чуть позже на него взглянем, уже на стримах. Ну, а пока что сделаем небольшую гачу и посмотрим, что нам сегодня выпадет. Так что будем надеяться, что выпадет что-то классное, полезное и интересное. Поехали! Гача у нас разная, поэтому всего понемножку, где-то 120 итого сумона будет, 60 здесь и остальное еще там дальше. Значит, поехали с самой простой обычной гачи на разогрев. Десятка первая пошла, долго не будем затягивать. Будем надеяться, что сейчас нас одарят сердцами вот эти вот девицы, которые на нас смотрят презренно свысока сейчас. Но будем надеяться, что мы их растопим, и они будут более такие к нам неравнодушные, а все-таки буду более любящие. Так, 4 было 4-звездочных, это прикольно, 4-звездочные, да, но, блин, это не 5 звезд, в конце концов, это не 5. Здесь вообще один. Ладно, я понял. Намеки и девчонок я уже понял. Ну, давайте. Нет, стоят, все-таки стоят и смотрят на нас. Нехотя, не хотят нам ничего давать, ребята. Ничего, ни тебе, видать, ни мне. Ну, по крайней мере, вот я вращаю, мне не дают. То, что тебе, может быть, сейчас дропается где-то там, когда ты посмотрел видос, и тебе повезло. Вот как сейчас мне повезло. Ну, будем надеяться, что... Здесь, конечно, везение это нужно, это классно, но это обычные герои, которые здесь есть. Так, один синий, всего лишь один 5-звездочный герой. Здесь обычные герои. Вот где-то в других витринах, которые лимитированы, вот там, конечно, когда выпадение, ты уже видишь сердце, и ты понимаешь, что у тебя выпадение какого-то героя, ты уже с нетерпением ждешь, чтобы этот был герой все-таки с той витрины. Особенно того, кого ты хочешь, если это парная витрина. Вот. Но бывает не все так хорошо и классно складывается, бывает падает что-то обычное. Вот такие дела, да, ребятки. Но вот и на синий кристальчик, давайте посмотрим. Блин, ну она мне не интересна. Не интересна, потому что я и не играю, я ее не качаю. Ладно, пусть будет, возможно-таки когда-то я ей заиграю. Лады, поехали дальше. Так, ну все, тут уже все видно. Все видно. Нет, на самом деле, если они даже вот так на тебя сверху смотрят, это ничего не значит. Это может быть все равно сработает. Это может быть еще будет что-то. Есть еще шанс, когда... Даже они смотрят свысока на тебя. Вот так вот. Ну, как бы тут одна только свысока смотрит, по идее, которая в середине. Ну, да ладно. Так, три. Три, хорошо. Так, все у нас закончились. У нас 8, ни туда, ни сюда. Кристаллы в эту витрину прям вообще не вливаем никаким образом. Эти герои неинтересны. Еще раз, если крутить, то лимитированы. И если крутить, то еще... с гарантом, что вы получите из героя. То есть копим кристаллы. И потом уже, когда... у вас есть гарант, то, что вы получаете, только тогда, блин, крутим. Потому что до этого никак не надо. Но, опять же, лучше какого-то крутого, классного и топового героя дождаться. То есть, поэтому смотрите видосики, стримы, и, возможно-таки, накопим и увидите, что я кого буду сумонить. Соответственно, вы тоже начнете крутить эту витрину. Так, здесь, ну, давайте дождемся с... кристаллопад. Кристаллопад, как это назвать. Ничего нету, не было синего кристалла, поэтому... Везения тут никакого нету. Обычные 4-звездочные герои и плюс, понятно. Сольники, давайте пофиг, сольники докрутим. Сольников тоже может дропнуться, а если с бесплатников дропается, то сольников то тоже может быть, чё бы и нет. Я думал, они что-то мне сердце показали, но нет, мне это показалось, действительно. Мне это, ребят, показалось, да. Ладно, я понял вас, девчонки, понял. Так, здесь что у нас? Здесь у нас, значит, все. Здесь у нас, значит, давайте десяточка еще тоже есть билетов, давайте тоже их крутанем. Здесь у нас падают, ну, падают такие вот вещи. Ну, все на одну героиню, на самом деле.
Туда-сюда-сюда-туда-туда-туда-сюда-сюда-туда. Окей, ладно. Все на нее упало. Здесь что, давайте посмотрим. Здесь у нас 40, ребята, 6. 40, ребята, 6. Давайте и с ними разберемся. То есть 46. Поехали, погнали. Будем надеяться, что здесь что-то выпадет. 46, в принципе, это не 10, это не 20. Но пока ничего. Пока, ребят, ничего. Судя по всему, давайте все-таки посмотрим. Девчонки смотрели холодно на нас. Девчонки холодно на нас смотрят, это плохо. Давайте мы их разогреем. Разогреем своей любовью. Девчонки все равно не разогреваются никак не хотят. Не получается ничего у меня. Да. Ну, не, вообще без вариантов. Они вот как смотрят на меня свысока, так и смотрят. То есть, что-то с дропом стало не то. Что-то с дропом стало не так. Раньше больше мне везло. То ли был более молодой аккаунт, либо еще что-то. То есть, раньше дроп был интереснее. То есть, он прям чаще везло. Так, 16. Последняя десятка, в принципе, пошла. А там остается 6. Ну, тикетов. Да, что-то. Наконец-то, да. Дайте парочку хотя бы. Пятизвездочек, парочку. Ну, ничего не падало, не дропалось ничего. Так. Один, по-моему. Да, один только всего лишь был. Был всего лишь один. Ладно, давайте посмотрим. Мы посмотрим, ребят. Что же в этом будет одном пятизвездочном кристалле? Угу. Пока нет. Но он, судя по всему, напоследок придет. То есть он будет самый последний. Так, трусы только что посмотрели. Найс. Трусы это найс. Так, вот он, синенький. Ну, да, в принципе, как раз девчонка как раз с этой витрины. Ну, на самом деле, неплохо. Почему? Потому что как раз сейчас на нее ивент проходит. И то, что она выпала, в принципе, это дроп. Дроп будет у нас дополнительный. 15. У нас 6 всего лишь. Это будет дополнительный дроп, ребятки. То есть давайте быстренько взглянем. Так, парам-пам-пам. Да, вот нам предложение сразу падает. Типа, можно ее докупить. Но это как бы такой, скорее всего, персонаж будет. Здесь в лимит это, да, можно типа посмотреть, что вот здесь 30% бонуса дается. Может получать вот эти вот карточки. Вот, поэтому как бы вот так вот. Угу. Значит, дальше что у нас? Дальше давайте... у нас не закончилось, скорее всего, суммончик. Так, здесь 6 осталось, здесь 2 осталось. Здесь осталось 3. Здесь осталось 0, а здесь у нас 1. 1 давайте крутанем. Крутанем, посмотрим. Ничего. Хорошо, понято. Принято. Здесь у нас 0, здесь у нас 3. Давайте попробуем сольниками. Вдруг еще дропнется у нас девчоночка. Было бы неплохо, если бы еще бы раз она выпала, то вообще бы огонь. Так, пока они стоят, смотрят, сольники тоже у нас, понятно, что это шансов меньше падений, смотреть на это менее интересно, но тем не менее, пожалуйста, вот что-то происходит. А теперь осталось молиться, не знаю, девчонкам, чтобы они дропнули хорошего героя. Я знаю, кого я хочу. Да, кристалл, действительно. Да, и это снова она, отлично. И Юрел... Юрель уже третий раз мне падает. Класс. Класс, Юрель. Но вот все, что там плохое было, все, что это было, все фигня. Выпал опять Юрель, и это праздник на душе, да. Так, ну и давайте напоследок. Нет, напоследок, к сожалению, нет. Нет, да. 4 звезды только. Только 4 звезды. Здесь у нас ничего нету. Нету. Может, сольниками попробовать покрутить? Я не знаю, давайте попробуем сольники. Сольники. Вдруг сольников будет лучше. Так, сольники. Сейчас проверим. Проверим. То есть у нас выпало сольника, мы уже это сделали. Давайте попробуем еще здесь сольник добьем. Все вот эти 6. Нет. Если хотя бы один раз дропнется 5-звездочный сольника, то это уже довольно-таки интересная статистика будет. А, потому что... С прокрутов ты тратишь 10, а сольника ты тратишь всего лишь по одному. Если тебе чаще выпадает сольника, то, блин, а может сольниками вообще крутить? Это дольше, конечно, но, блин, если это как-то на шанс дропа все-таки влияет, то, блин, стоит подзадуматься. Но, по крайней мере, из 6 пока тишина, на самом деле. А вот ты что думаешь, на самом деле, как чаще везет? Все-таки с десятки или сольника? Ну-ка, напиши, кто-то пробовал это или нет?
Нет, здесь 6 ни разу. Хорошо, ладно. То есть я не буду паниковать, потому что я получил, в принципе, то, что хотел. То, что хотел, я получил. Немножко не совсем все в остальном падало, но вот с нею мне повезло. С ней мне повезло, и, соответственно, я ее еще раз апну, действительно. То есть вы это видели. Вот она. Вот она. У нас уже скилл номер плюс 2. То есть у нас уже открыто вот здесь вот. И у нас уже открывается плюс вот здесь вот. Это неплохо, на самом деле. Для героя лимитированного 2 дубля вполне, в принципе, ничего. С учетом, что я, в принципе, вообще не крутил эту витрину. Вот, и не тратил ни одного кристальчика на нее. Получить такое, это неплохо, на самом деле. Это очень даже неплохо, ребят. Ну, возможно, стоит подзадуматься, может ее и качнуть потом на фул каким-то образом. Но, блин, это очень довольно-таки сложно. То есть, 15 скиллов. Это очень сложно. Это очень довольно-таки сложно. Ну, в принципе, здесь скилл дэмэдж плюс 40 сразу растет. Прям прикольно. Да уж. Ну, что я могу сказать? В принципе, я счастлив. В принципе, я счастлив. В принципе, мне повезло. В принципе, она у меня вот здесь. Сейчас стоит большая, такая вся прекрасная. Вот. Что я могу вам отметить и сказать, ребятки? Чтобы вам чаще везло с дропом. Не так, как мне сегодня. Но, по крайней мере, то, что хотели, вы получали. Хотя бы, как и я. Я хотел, я получил. Ну, а на сегодня, ребятки, все. Вам хорошего настроения. Подписываемся на канал, кликаем на колокольчик. И делимся видео с друзьями. А то у меня уже начало гору куда-то пропадать. Да и надо. К стримам готовятся. Всем удачки, всем до встречи. Всем пока-пока. Надо что-то тоже вам сказала напоследок. Пока-пока.